На рынке в Бендерах после ремонта открыли бакалейный корпус. Как и раньше, там можно купить крупы, специи, кофе и чаи. Что нового в корпусе? Подробности далее. Рынок в Бендерах. Утренняя экскурсия по бакалейному корпусу. Его сегодня открыли после ремонта. Прошлой осенью здесь был пожар. Сейчас все обновили. Окна, проводку, вентиляцию. Крышу под куполом реставрировали. Вместо каменных прилавков – торговые павильоны. Раньше нужно было каждый день выкладываться. Утром выкладывать товар на прилавок, вечером его собирать, опускать в камеры хранения. Короче, это было очень неудобно. Сейчас мы получаем, сегодня получаю море удовольствия. Во-первых, светло, во-вторых, красиво, удобно. Человек может подойти, все посмотреть, купить. Вечером я закрыла спокойно ролет и ушла домой. Ассортимент бакалеи. Чаи, кофе, сухофрукты, мед. А еще восточные сладости и специи. Кроме павильонов, здесь появились вот такие мобильные торговые места. Эти столы раскладываются, а когда не нужны, можно убрать. Теперь в этом корпусе смогут торговать одновременно до полусотни продавцов. Кроме того, что должно быть освещение, вентиляция, в каждом павильоне сейчас есть канализация, есть вода, есть кран. Это не просто так, это не дань моде, это санитарные условия для торговли. После ремонта все три корпуса бендерского рынка под одной крышей – бакалея, мясной и корпус с оленей. Шикарно, красиво. Объединили опять все, очень удобно. Хорошо, нравится. По отдельности были входы, а сейчас захотел в мясной – иди, захотел мед, захотел куда, захотел туда. Все одинаково. Нравится, конечно. Просторнее стал. Как-то так вот поставили они, что не надо крутиться, не надо это. Хорошо. Мы сами с террасы сюда приезжаем, нам очень классно. Молодцы продавцы, умнички, все подсказывают, и оборудование классно. Зимой в бакалейном корпусе в Бендерах будут проводить сельскохозяйственные ярмарки. Овощи и фрукты здесь тоже можно будет купить.